Приветствую вас, земляне, и снова с вами сенсей. Продолжим сингулярность, игрушку. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Поддержите каналы. Хочу открыть еще один канал про нашу никчемную жизнь. Большую, могучую, богатую страну с нищим населением. Надо или по 50 подписчиков на каждом канале, или 100 на одном. Будет, наверное, интереснее, чем игрушки. Посмотрим. Да, ничего, буравчик так нормальный. Колбасит-то, да? Полетел. Лихо так я их наворотил. Скотов-то этих. Ублюдков, блядь. Че тут, блядь, пьешь или срешь? Все разломал, блин. Сидит на. Так, все туда. Лихо я их тут сдриснул всех. А куда идти-то, я не пойму. Чё-то не всасываю. Давайте посмотрим. Чё-то я забежал совсем не туда. Капитан, действуйте быстро. Люди Демичева сужают район поисков. Что значит быстро? А как я туда запрыгну-то? Мне ящик нужен. Нырять, что ли, куда-то надо? Лестницу случайно заметил. 3-4. Только этот вот козленок, блядь, постоянно меня подгоняет. Давай, 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 давай. А вот он. Где чего включилось? Ни хера не надо. Ага. Отлично. Хорошо. Чё мне к этому ящику-то на? Наверх туда что-то, куда-то, наверное, идти, наверное, вообще. Чё вот он ловит вот здесь? Чё это ловит он? Так, 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 так. И так, и чего? И так вот. Воду я спустил. А, вот это, наверное, поднять надо. Нет, не поднимается. Нет больше лестницы тут нигде. Мне как бы вроде, наверное, наверх нужно. Это за номера такие, блядь? Это что это за дрянь такая? Чудеса.
Очень интересно. А он плывет вообще? Он и плывет, и лестница не нужна мне. Хорек-то это. Неплохо плавает. Я не пойму, следы-то это что неправильно показывают? Вот здесь какой-то проход. Похоже, наверное, сюда, наверное, надо идти. Почему там следы-то дальше не показали мне ничего? А может, это я просто сюда в бункер иду, с другой стороны? Хорошо. Да, модернизации-то они тут напихали. Неплохо. Крепко и здоровый. Да. Вот так, легкие у меня уже прокачаны. Медработник какой-то. Чего мы качаем? Блять, улучшение оружия, самое главное, блять, не сделал. Тупица, блин, бестолковый. Поторопился здесь эту дрянь. Я и не знал, что там столько много. Вот я с другой стороны зашел просто. Хотел туда запрыгнуть. Вдруг эти собаки... А, так я что, вокруг прошел, что ли? Ха! Куда же мне идти-то, я не пойму. Здесь топтаться. Ну, давай потопчемся здесь. Что тут? Я не пойму, что тут надо делать-то? Никак не могу всосать в это дело. По мосту надо пройти, но вот это вот не поднимает он мост этот. Да на него и не залезешь сейчас на этот мост. Кто-то рычит он где-то. Какая-то тварь зарычала, блин. Так, а может быть на этом ящике подняться надо было? Ну-ка, а включит он опять воду? Нет, интересно. Точно, смотрите-ка. Ну и скоты. Я, короче, ее спускал для того, чтобы, наверное, сходить там в секрет это. В секретную комнату сходить, наверное. Наконец-то запрыгнул. Я думал, сейчас еще не запрыгнет. Третий отряд, внимание! Цель в вашем районе! Высылаю подкрепление! О, сохранение, ладно. А то опять вылетит, блин. Стекла просто бьет, что ли? Тупица, на. О, вот, что-то у нас еще. У нас что-то вроде есть там оружие. Так, как тут листать-то? Так, прокачать бы вот этот автоматик. Автомат. Давайте вот эту дулю, блядь, прокачаем. А, все, 0 очков, блядь. Нет, ты чего, тупица? Где вы там, ублюдки? Куда идти-то? Отлично! Платформа-усилитель начала заряжаться. Включив генератор, вы выдали свое местоположение Демичеву. Возвращайтесь на мост как можно скорее.
Так, давайте сменим вот эту дрянь и заменим автоматиком. Ты чё до него не колдуешь-то, блядь? Я не пойму. Не попадал я, видать, по ногам, блядь, стрел. Шобла тут, да, вывалилась какая-то? Нате, ублюдкина. Захотелось мне посмотреть, как он встанет. Нет, этот урод. Когда встанет, я его нахлобучил. На каждом шагу это хренотень. Гранатомет, что ли? Опять я иду вроде. Смотрите-ка назад. Да? Возвращаюсь. Почините мост, у нас мало времени. Давай мусор этот, блядь, вонючий, да. Собирай уже. Опять я взял какую-то дрянь. Слышите? Опять какое-то говно я взял. Ну. А как ускорить-то, я не пойму. А, вот идет. Какую-то хренотень я взял. Она вот мне без надобности. О, выбросил. Ну и хрен с ней. Сволочи, блядь, вонючие. Пошел, пошел. Там наверху, он, видите, там пулеметчики вообще на черти какие-то. Вот сейчас снайперка-то и нужна, а вот это, блядь. Дули-то это вонючее, ну, значит. Рано я ее выбросил. Где они пуляют, я не вижу. Полетели, полетели. Да мне кажется, он не долетит ни хрена сейчас. Блять, в какую-то дрянь попал.
Я думал, что-то лежит, это бумага какая-то свернутая, блин. Дрянище какая-то. Почему он оружие-то не поднимает, я не пойму. Я имею в виду патроны. Что там эти? Зверьё-то, блин. Разберитесь там с этим. Ты чё, дурак, блин? Хобот, хобот, смотрите, идёт, ну. Ублюдок, ну. Не поймёшь, вот то ли сейчас сменится... Зачем так сделали, блядь, не пойму, нахуй. Просто подбирал бы сам. Куда идти-то? Подожди-ка, я сменю оружие, нахуй. Копытно. Лихо я научился их лупить. Только вот сейчас патрончиков-то не станет. Будет тогда кловок конкретно. Надо посмотреть, что у меня там за вылет такой произошел. Удивительно. Непорядок. Так, куда идти-то? Давайте шлепалки-то посмотрим шлепалками. Ну все же прикольно сделали, да? Вот это вот ломать, крушить вот эту дрянь всякую. А куда я поднялся? Зачем? Может, это мне еще пригодится, дрянь? Нет? Понял я, чего это. Так, значит, эту хренотень туда надо ее. Значит, надо ее вот так поставить, наверное, да? И надуть. Как шар. Так или нет? Крысиные норы. Оп, какие-то быстрое лечение какое-то. Так, здесь вот, здесь за эти... Нет очков-то у меня. Как их посмотреть, очки-то? А, ноль. Все. Почему сразу не, блядь, не показывай, не сделали, показывай очки. Очки, мы с тобой не дурачки. Выходы были перекрыты мгновенно. Выбраться успели не все. Одному богу известно, что газ сделал с людьми. Врач.
Ящики на каждом шагу. Зачем это сделали на каждом шагу ящики? Я в прошлый раз бегал, вообще ни одного не мог найти. Так, мне надо туда в яму вот эту прыгнуть, да? Я так понял. А, вот сюда надо сначала. Потом в яму прыгнуть. Противогаз нам найти, да? Что такое? Ай, блядь, это вентилятор, ёпта. Думаю, что это за дрянь такая меня лупит, да? Родил, что ли, ты мне, козел? Так, где противогаз-то я взял, нет? Вот здесь вот что-то топтаться надо. Вот. Понадобится сейчас нам этот ящик. Сейчас какая-нибудь тварь меня забьет. Точно, блин. Он несет этот мячик или нет? Коробка какая-то. Куда идти-то? Вот сюда надо поставить. Ой, все кнопки уже перепутаны. Чё так я их лихо тут пощёлкаю, как орешки. Пока оставим. Надо было лестницу-то разобрать, не нахер. Помогите! Помогите! Да пошли вы нахер, у меня бензина нет. Кислорода нет. Баллон вообще тут до хера валяется. Ой, он уже задыхается у меня, чёрт ты этот. А воздух тоже тратится на модернизацию, на эту вонючую, да? Самооборона. Рукопашная, да. Медработник, да. 5000. Я не вижу. Куда идти-то? Ну, включил я кнопку, что надо-то? Ах ты, тварь, блядь. Где-то ящик, значит, должен валяться, блядь. Где мне ящик взять? Заморозить просто может отсюда прям. Да? Слышу, слышу. Наденьте противогазы и немедленно покиньте здание. Это не учебная тревога. Куда надо-то, я не пойму. В дыру в эту, наверное, надо. А, нет, не в дыру. Блять, он не запрыгнет, надо что-то поставить нахуй. Дыру, наверное, надо сначала, блядь. Какое-то говно взять. Блядь.
Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь. Не закружится голова у вас? Готовы к полету? Открывай. Вот ты какой. Люди Демичева возвели защитные контуры по периметру. Найдите аванпост. Вам нужно их отключить. Ага, туда. Да брось ты эту дрянь! Таскать будет сейчас везде. Ручище все прилипает к этой лапе его. Вонючий. Удалось установить личность убийцы? Говорят, он из какой-то экспериментальной группы. Из некой Мир 12. А почему вы услышали-то, я не пойму. Ну и чего я там стрельнул? Какого толка я стрельнул? Блять, не попал. И все эти придумки, блять, мне без надобности лучше на. Да вот он я. Вы видите, не подбирает он ни черта. Расстрелялся я тут. Пошел. Смотрите, все патроны, которые нахер мне не нужны, бля. Вот они. Ну все, какая-то жаба сейчас будет жирная, наверное. Гадалки не ходить. Так, как посмотреть-то у меня? Все надоело, блядь. Говно это вонючее. Только время тратить на эту хренотень. Бля, чудо, я все разрушил нахуй. Может так надо было? А, смотри, как все понятно. Отлично, капитан, но советую тут не задерживаться. А куда идти-то? Блять, вот этот хорёк, блять, ненавижу. Это опять башковитый, что ли? Неуловимый Джо, блять. Телефон позвонить. Ну вы чё, сами справитесь, что ли, или чего? Пусть пока там копошатся. О, вот этот баллон надо туда вальнуть. Да. Куда ему стрелять-то, я не пойму. Жирного-то в этом. Да сдох он вроде, похоже на то, блин. Что-то он загнулся более легко. Где он? Опять вот эти жабы, они хуже даже, чем жирный этот, на. Проститутки, блядь. Надо поберечь. Вообще, я игры люблю быстро проходить. Моя страсть, надо быстро проходить. Ну, конечно, спешка иногда, блин, до хорошего не доводит. Да что это за... Кто-то говно какое-то ставит мне тут. Пошли вы нахер. Все, я как-то не попадаю.
не хочешь срать, не мучить жопу, есть такая поговорка. А я все мучаю и мучаю. По-моему, надо в грызло ей попасть, но я что-то смотрю, и она и так убивается, и без грызил. Ух ты, блин, зарядился я, да? Может, еще какая-то свинья будет сейчас. Да сейчас, блядь, опять что-нибудь поменяешь на что-нибудь, и только хуже сделаешь, блин. Свинья, смотри, никак не сдохнет, блядь. Чё ты сел там, смотрит на меня? Я вообще-то тут делами занимаюсь. Ах ты, козлёнок ты, блядь, никак не сдохнет. Ублюдок, серогорбый, блядь. Оружие, вот кто смотрел с самого начала, да? Я там бегал, блядь, с одним пистолетом, с говном с каким-то, на. Здесь наваляли оружие бесполезного, блядь. Бесполезной дряни накидали, блядь. Чё хочешь, то и пользуешься, чем хочешь. Блядь, ничего себе, блядь. Мужичок какой-то, блядь, с ноготок. Ну это что такое за пушка, блядь? Мне, наверное, туда вот надо будет идти. Блин, ничего у меня тут не уехало. Автомат мой уехал. Похоже на то. Смотри, меня теперь начали лупить. Пошли вы нахер. Затусуемся здесь вот. Вот сейчас их надо было бомбить, а я раньше времени пулял у них. Все это оружие какое-то мерзопакостное. Не впечатляет меня. Смотри, только башку высунул, все, сразу нахлобучили. Вон он стреляет, бля, стоит там. Метро, блин. Чуть такое. Опа, ничего себе, заделал. Дырку заделал. Ну давай, телега ты вонючая. Блять. Вы находитесь внутри завода. Здесь переработали так много Е-99, что разломы возникают сами собой. Этот вот болтун, блин. Найдите разлом. Вернитесь в 55-й год как можно скорее. Есть очки-то? Одно очко. Очком по попе, как говорится. Где у меня эта дудка-то? Здесь надо два, наверное, везде. Ну, давайте вот.
понадобится. Что-то включил. Да... Уйди ты оттуда, нахер ты мне обосрался, блядь, своим этим говном. Уже достали меня. Так неудобно стрелять. Надо держать кнопку, потом отпускать надо. Еще какая-то дрянь, блин. Как обычно, я автомат нормально выбросил, прокачанный. Подобрал какой-то. Не выбросил, а оставил я его туда. На трап на этот не взял. Куда идти-то? Что, в дрянь в эту лезть надо? Игрушка, конечно, обалденная. Вторую часть бы сделали, да. Вторая бы часть была бы вообще в аккуратно. Все бы поправили, все косяки, блядь, с оружием вот эти косяки в основном. Графику подкрутили. А так вообще у меня игра просто обалденная, ну. Самому вот играть не спеша, блин, на средней или на высокой сложности. Тут сохранение, да? Белой полоской, я так понял, сохранение. Кто-нибудь его видит? Ничего себе, у них разлетается. Ну, отпадайте, и обязательно, чтобы дверь открылись. О, медальки. Денежки. Деньги, деньги, деньги. Дреби деньги. Все остальное. Это он! Ты пытался убить доктора Демичева! Он говорил нам, что ты можешь вернуться! Охрана! Убийца моей лаборатории! Ну все, Тардис вот за мной летит. Надо заканчивать. Какое-то говно, я вот взял какое-то говно. Вообще у меня и пушки-то нету, блядь. Куда у меня пушка-то пропала? Нормальная пушка-то. Ну все, давайте на этом закончим. Тардис у меня уже прилетел. Поэтому, по-моему, еще одна часть, наверное. Наверное, будет конечная, финальная. Скорее всего. Ну я здесь вот вообще рядом. Вот такие вот дела. Под видео заходите на мои каналы. Кто смотрит прохождение на Дзене, переходите на YouTube. Там все вовремя и без задержек. Вот такие дела. Всего доброго, берегите себя.